Всем привет, дорогие друзья! Сегодня поговорим о том, почему спящие птицы не падают с веток. Большинство птиц предпочитают отдыхать на ветвях деревьев. На высоте и скрыться проще, и врагов меньше. Но могут ли спящие птицы расслабиться, или они рискуют упасть с веток? Особенности пернатой анатомии таковы, что птице, которая хочет полноценно выспаться, необходимо напрячь лапы. Мышцы ног и пальцы лап соединяются сухожилиями. При посадке на ветку мышцы напрягают сухожилия, что приводит к загибанию пальцев и обеспечивает крепкий обхват. Основная нагрузка приходится только на сухожилия, поэтому птица не испытывает дискомфорта и расслабляется. Кроме того, при такой посадке спящие птицы достигают идеального равновесия. Когда птица решит, что пора взлетать, она перенесет свой вес с ног на крылья, только тогда пальцы смогут разогнуться, позволив взмыть в воздух. Теперь вы знаете, почему птицы не падают с веток, когда спят.